Открытие тайсейганской основной школы стало большой радостью для уилчан. Жители села Бестамак собрались на торжественное мероприятие. С поздравительной речью выступил ветеран труда Кинжибай Казмагамбетов. Было отмечено, что в новом заведении нельзя плохо учиться. В школе много отличников. Сегодня радостный день для нас, учеников, потому что в нашем селе открылась новая школа, мы переезжаем в новое здание. Для нас это подарок, так как в нашем селе еще не было такой школы. Хочу сказать большое спасибо всем, кто за такой короткий срок построил нам красивую современную школу. В новом учебном заведении имеются специально оборудованные кабинеты по предметам химия, биология, физика, информатика. Имеются кабинет технологии, спортивный зал, столовая, кабинет для трудового обучения мальчиков и девочек. Также расположен медицинский пункт, где работает медицинская сестра. Здание построено в современном стиле для того, чтобы дать качественное образование сельским детям, говорят учителя. Мы очень ждали открытия новой школы. И вот, в День знаний мы все, педагоги, родители, ученики, односельчане, стали свидетелями столь радостного события. В школе созданы все условия для получения качественного образования. И мы уверены, что в такой школе ученики будут получать качественные знания. Новая школа на 50 мест была сдана в установленные сроки подрядной компанией ТОО «Техно». На строительство здания было затрачено более 220 миллионов тенге. Владимир Федотов, Галымжан Урынов, телеканал «Актобе».